Владимир Путин может вскоре исчезнуть из поля зрения общественности, поскольку он перенесет операцию по удалению рака и передаст управление бескомпромиссному экс-главе КГБ, заявил инсайдер телеграм-канал General CVR. Впервые автор канала поднял вопрос о здоровье Путина, включая рак брюшной полости и болезнь Паркинсона, около 18 месяцев назад. Говорится, что его источником является высокопоставленный кремлевский деятель. Говорят, что 69-летний российский лидер планирует передать контроль над вторжением в Украину секретарю Совета Безопасности и бывшему офицеру контрразведки КГБ Николаю Патрушеву. Патрушева до сих пор считают одним из ключевых архитекторов военной стратегии и человеком, убедившим Путина в том, что Киев был захвачен неонацистами. Эта новость появилась на фоне слухов о том, что Путин объявит полномасштабную войну на территории Украины и прикажет провести массовую мобилизацию мужчин призывного возраста, что представляет значительный политический риск. Операция была запланирована на вторую половину апреля, но была отложена, как говорит источник. Путин также страдает болезнью Паркинсона и шизоаффективным расстройством, которое сопровождается симптомами шизофрении, включая галлюцинации и манию. Кремль всегда категорически отрицал, что у Путина есть какие-либо проблемы со здоровьем, и заявлял, что у него хорошее здоровье, несмотря на то, что в последние годы он загадочным образом отсутствовал. Передать власть Патрушеву – шаг неожиданный, поскольку Конституция гласит о передаче власти исключительно в руки премьер-министра, 56-летнего Михаила Мишустина, скромного технократа, не имеющего никаких известных связей с военными или спецслужбами. Выбор Патрушева, сделанный после двухчасового откровенного разговора с Путиным, был худшим вариантом. А что, если у Путина вдруг возникнут особенно серьезные проблемы со здоровьем? Мы прекрасно знаем о его болезнях, которые присутствуют и о которых мы говорили несколько раз. Его онкология продолжает распространяться и расти, говорит источник. Когда в 2014 году армия Путина впервые вторглась в Украину, чтобы захватить Крым, ходили слухи, что у него либо рак спинного мозга, либо рак поджелудочной железы. С тех пор к списку потенциальных заболеваний добавились рак щитовидной железы, рак кишечника и опухоль головного мозга. Окажутся ли такие предположения правдой или просто следствием надежды тех, кто отчаянно хочет, чтобы его кровавое правление подошло к концу, станет ясно только со временем.